общество открыто. От идеи до создания вот этого производства, до завершения работ понадобилось всего лишь 6 месяцев. Это уникальный случай государственно-частного партнерства государственной компании с частным бизнесом. Это абсолютно верный и правильный путь Министерства промышленности. Самое приятное — это то, что сегодня все, что производится или будет произведено в этом году, законтрактовано и, в принципе, будет реализовано. Сегодня портфель заказов на 2021 год сформирован под те объемы производства, которые созданы, то есть в пределах 300 единиц электротранспорта. МАЗ и ЭТОН сделали очень хороший новогодний подарок городу Жодино, создав уже в этом году дополнительно 60 новых рабочих мест. Ну, с учетом января это количество увеличится практически вдвое и будет составлять 120-130 человек. Ну, а всех присутствующих с Рождеством, с наступающим Нового года, здоровья, счастья, хорошего настроения. Приятно было бы вот слышать в 2021 году, чтобы работники этого предприятия с гордостью говорили своим близким, что они работают вот на этом современном, прекрасном предприятии. Если мы импортируем на сегодняшний день нефть и перерабатываем топливо, и вырабатываем из импортного сырья, то электроэнергию мы можем вырабатывать сами. Поэтому, само собой разумеется, нужно делать экологический транспорт, производить у себя и как сырье использовать электроэнергию, которую мы у себя будем вырабатывать. Понятно, на первый план будут выходить вопросы себестоимости, вопросы инновации, вопросы технологий. Вот вопросы себестоимости – это вопросы количества, объемов. Инновация – это вопрос разработки, углубления в тему и понимания глубины этого вопроса. Поэтому в таком ключе и будем развиваться, и будем развивать пассажирский транспорт, ну, на уровне мировых стандартов. Потому что наши автобусы, в общем-то, за последние 20 лет ездят по всем основным рынкам сопредельных наших стран СНГ, европейских стран, и, в общем-то, везде имеют очень позитивную оценку.